Честно, ребята, я в шоке. В шоке с того, что было в прошлой серии. Если ты ее не видел, посмотри обязательно. Во-первых, ссылочка описание находится на плейс, по-моему, прошлой данной игры. Если ты не видел, вообще посмотри с самого начала, потому что это игра с выбором. Ну, то есть, что выбираешь, такой сюжет. Вот, поэтому обязательно посмотри с самого начала. Вот, а если ты смотрел все серии, кроме прошлой, ниже в описании находятся подсказки, да, там прикреплена прошлая серия по данной игре и плейлист с полупрочением данной игры. Прошлая серия была вообще жесть, но эта серия будет не менее интересной. Финал. И теперь мы знаем все. Давайте-ка поскорее посмотрим, что же нас ждет в этой серии. Потом, значит, подумаем, надевать мультик для предвидит курс, начать в 5 или 5 при этом просмотре, мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. О, привет! В предыдущих эпизодах. Так. Что ты нашла? Рэйчел в проявочной. Снова и снова. И все. Никому нельзя доверять. Только себе. Ты знаешь больше, чем я. Лично мне не нужны все эти ваши допросы. Уж точно не от вас, молокососов. О, только гляньте. Чудо-близнецы. Вы что забыли в моей общаге? Тебе, блядь, пизда! Нейтан и правда долбанный псих. Я знаю, он как-то связан с пропажей Рэйчел. О, Кейт была не первой. И все эти бабки для остальных жертв. Что ты тут делаешь, Макс? Виктория следующая. Что за дрянная уловка? Рэйчел, зачем он положил ее на землю? Свалка. Где? Макс, нам нужно найти это место быстро. Рэйчел, за что? Мне так жаль, Хлоя. Мне так жаль. Я знаю, что ты близка с Нейтаном, но твоя жизнь в большой опасности. Нейтан мне написал. Сказал, что не останется никаких улик, когда он все закончит. О, Господи, Макс. Она еще здесь. О, нет. Хлоя, береги. Что за... Да уж. Осуждаем. Лифт — это старшая игра, в которой все принятые во время решения отражаются на прошлом, настоящем, будущем, выбирать с умом. Это да. Интересно, можно было ее как-то спасти или нет? Это интересно. Я думаю, можно было бы. Хотя навряд ли. Может, просто, ну... Нереально было. Хер его знает. Так. Мы сейчас в том самом бункере, да, собственно. Интересно. Теперь мы знаем с вами всю правду. Всю. Кто, что и когда. Зачем и почему. А мне с самого начала не понравился. Какой-то странный тип. Финальный эпизод, ребят, с вами. Финальный эпизод у нас с вами идет, собственно, на та самая, тот самый бункер. Downtown Entertainment. Ну, мафия, че, мафия. Там сюда. Игра, я имел в виду игру. Эпизод 5. Раскол. Это что? Хлоя,
Сори, папка наш. Что? Ну не наш, папка. Где? С ее именем. Моя папка с именем Макс. Макс. Это проявочная. Охуеть. Тут есть кто-нибудь? Помогите! О, черт! Джефферсон похитила Викторию. Почему все так по Виктории? Очнись! Очнись! Так. На помощь! Кто-нибудь! Они пережимают мне руки. Господи, я совсем ничего не помню. Похоже, этим же наркотиком Опа. Накачал Кейт. О, наконец-то! Я свободна. Практически. Больно смотреть на себя в таком виде. Ты поплатишься, Джефферсон. Я пообещала себе больше никогда не перемещаться во времени подобным образом. Но иначе мне не спастись. Так. Это великолепно. Осуждаем. Осуждаем. Этот ракурс идеально подходит тебе. В частичном беспамятстве модель открыта и честна, как никогда. Нет тщеславия и позирования. Чистая экспрессия. Господи, ты только посмотри на это личико. Суждаем, блядь, долбоёб. А ну лежать смирно! Лежать смирно! О, Макс! Ты испоганила мне снимок! Впрочем, ничего страшного. У нас еще полно времени. Это пока что за что? Я понял, что ты особенная, как только увидел твое первое селфи. Да, ненавижу это слово. Но я люблю чистоту твоего имиджа. Ты не похожа на Рэйчел. Она всегда искала вдохновение не там, где нужно. Бедная Рэйчел. Подожди. Давай-ка попробуем так. Не шевелись! А, гораздо лучше. Спасибо, Макс. Если бы только Нейтан мог это видеть. Он ведь так старался. Но нельзя же просто раскидать предметы вокруг и назвать это композицией или стилем. У него был глаз на тени. И страсть к еще много чему. Впрочем, скоро его семейка все узнает. А затем и Аркадия Бэй. Превосходно. Хорошо. О, эти глаза. Долбоёб. Но знаешь, что меня бесит в тебе больше всего? Что ты чертова заноза в заднице, Макс? Но эта комната 24/7 под видеонаблюдением. Так что все, что от меня требовалось, это написать с телефона Нейтана. И вы сами попались прямо мне в руки. Лучше бы ты сфокусировалась на учебе, а не игрой в частного детектива вместе со своей подружкой. Хлоя. Точно, Хлоя. И да, прости за то, что я... То есть Нейтан убил ее для самообороны. Но у нее было не лучшее прошлое. Впрочем, как и у многих оборошей из Аркадия Бэй. Никто не удивится и переживать не станет. Но я клянусь... Люди будут в отчаянии, когда ты умрешь. Я не врал, когда говорил, что у тебя есть дар. Вот так выглядит превосходно. Может, сделать пару кадров вблизи? О,
Макс, пожалуйста, перестань дергаться. Мне нужно, чтобы ты позировала так, как я этого хочу. Идешь ты нахуй. Может, еще одна доза тебя успокоит. Нет, нет. Не дергайся, иначе будет очень больно. Чёртова сука! Ты просто не умеешь слушать, верно? К тому же, ты не слушала меня ни здесь, ни на занятиях. Иначе бы ты все это предвидела. Чёрт, ну ты и боец. Я следил за тобой и заметил, что ты стала более бесстрашной и не такой, как ранее. Запомни мое правило номер один. Всегда делай снимок. Осуждаем, осуждаем. Сознание. Можно попробовать. Воу, на этом фото я явно в сознании. Можно попробовать. Это может сработать. Пожалуйста, сработай. Получились замечательные снимки, Макс. Да, Виктория бы убила за то, чтобы оказаться на твоем месте. Но и не понять нашу связь. Победительницей стала ты, Макс. Я выбрал тебя. Твой портрет. Иди нахуй. Не надо, не утруждайся. Я знаю, что ты напугана. Все вы выглядите так невинно, когда просыпаетесь здесь. Но после осознания ситуации на смену придет страх. Мистер Джефферсон, зачем вам все это? Макс, я очень рад, что ты спросила. Если вкратце, то я одержим идеей запечатления невинности в глазах перед тем, как она перерастет в страх. Ну, ебабо, короче. Это тонкая грань между черным, белым, серым и так далее. Большинство моделей циничны, они теряют свою наивность. Однако некоторые студентки Блэквелла вынашивают надежду и оптимизм, словно ауру. И эти счастливчики становятся моими моделями, моими субъектами. Да, ты психопат. Ебанутый. И это твоя последняя фотосессия. Напротив, Макс. Я настолько адекватный, что никто даже не знает, где ты сейчас. Видишь ли... Спящая красавица слишком сурова для моего нежного объектива. И даже не напоминай мне о своем партнере. Эти лжепанки-шлюхи достали меня еще в Сиэтле. Гори в аду! За всех, кому ты причинил боль! В отличие от невинной Кейт Марш, я не верю в эту чушь. Она могла стать венцом моего творения. Мир таков, каким его представляет художник. А моя муза? Художники не доводят девушек до самоубийства ради долбанного вдохновения. Ты рассказал Нейтану, как накачать Кейт, как сфотографировать ее, и теперь она мертва. Это то, что меня очень печалит, Макс. Мне ее и не хватает. Кейт была сильна духом, и ломать его было сущим наслаждением. Тебе это с рук не сойдет. Уж будь в этом уверен. Какая жалость, что тогда в кабинете ректора ты так убедительно обвиняла Нейтана.
Большое спасибо за то, что подставила его для меня. Какой же грандиозный скандал ожидает Прескотов, когда весь город узнает, чем их дорогой сыночек занимался в свободное время. Ты его использовал. Мне больше по душе слово манипулировал. Как с фотографией. Нейтаном было легко вертеть. Я стал для Нейтана кем-то вроде отца. Такое часто происходит в отношениях учитель-ученик. Это было довольно трогательно. Ты рассказал ему все, что хочешь совершить в Блэквилле? Не глупи, Макс. Я сказал ему только то, что можно. А взамен я получил доступ к состоянию Прескотов. Но кто же еще, по-твоему, оплатил эту великолепную проявочную и оборудование? Как бы еще я доставал новые наркотики для моих моделей? Рэйчел Эмбер была твоей жертвой, а не моделью. Рэйчел Эмбер. Настоящая трагедия. Нейтан решил, что может стать таким же художником, как я. Но тупица ввел ей смертельную дозу. Хлоя и Рэйчел. Ты их обеих убил. Они занимаются любовью там, на небесах. Ты это хотела услышать? Почему? 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 Когда же ты начнешь слушать, тупая сука? Извини, Макс. Это было не круто. В любом случае, Рэйчел мертва. Но ни к чему плакать. Лос-Анджелес все равно бы погубил ее. Я сделал одолжение. Сюда. А, значит, ты хорошая, потому что помешала своему дружку избить Нейтана, да? Даже я заботилась о нем больше, чем ты. Нет, как раз наоборот. Просто очень неудачно получилось, что он влюбился в Рэйчел. Он даже посмел подумать, что может подражать тому, что я делаю с камерой и моделью, как отец. Но не как сын. А где сейчас Нейтан? Убит и похоронен. После того, что он сделал с Рэйчел, я знал, что он недолго сможет быть моим протеже. Полиция никогда не найдет его останки. Осуждаю. Ну что, теперь ты понимаешь, Макс? Я не стану рисковать из-за какого-то жалкого любителя. Ты сам жалкий любитель. Посмотри, сколько трупов ты после себя оставил. Ты не сможешь все повесить на Нейтана. Без разницы, что будет со мной. Ты все равно сдохнешь, пидорас. За Хлою, Рэйчел и за всех остальных. Мне нравится твой настрой, Макс. Но ты сама сюда пришла. По своей собственной воле. Короче говоря, мои модели должны быть заметны, но их не должно быть слышно. Так что мне нужно быть уверенным, что после тебя ничего не останется. Ладно, теперь посмотрим, что у нас вышло. Теперь я вижу, почему ты так любишь Polaroid. Не нужен компьютер, чтобы получить фотографии. Ты, бля, сейчас отсосёшь. В моем дневнике столько фоток. Возможно, это мой путь к спасению. Стойте! Пожалуйста, мистер Джефферсон. Макс, я бы и рад обсудить рабочие моменты, но мне и правда нужно взглянуть на эти снимки, пока они еще свежи у меня в памяти. Пожалуй, эта фотосессия – венец моей карьеры. Вы... у вас остался мой дневник. Не беспокойся. Его никто не прочтет. Спасибо, что напомнила. Нет ничего более невинного, чем дневник подростка. О, смотри-ка, твои селфи. Какая растрата таланта. Посмотри на этот снимок, Макс. Ты способна на гораздо большее. Так. Ведь каждого из вас можно подкараулить в переулке и заснять в момент полного отчаяния. Ш-ш-ш.
Похоже, начале... сейчас Макс сделал так называемое селфи. Дурацкое название. Я вернулась туда, откуда началась эта сумасшедшая неделя. Больше никто и никогда не навредит Хлое. Они стали популярны с начала 19 века. Так что ваше поколение не первое, которое использует селфи для самовыражения. Простите, не удержался. Суть в том, что портретура всегда была важным аспектом как в живописи, так и в фотографии. В самом начале. Всегда. Итак, Макс, раз уж ты привлекла наше внимание и хочешь поучаствовать в разговоре, то не могла бы ты назвать нам процесс, который подарил нам первые автопортреты? Это дагерский процесс. О, что ж, это было просто, Макс. Разве? Ладно. Но, ладно. Итак, дагеротипный процесс сделал портретуру невероятно популярной. В основном, благодаря тому, что он дал возможность искать новые детали. Вы узнаете больше, когда прочтете заданные на дом главы. Пока что, Макс обходит всех остальных. Ребята, не забудьте принести фотографии для конкурса. Начало. Время изменить время. В Сан-Франциско, где его фото будет показано всем. Начало. Сделаем так, чтобы Марка Джефферсона было легко поймать. Соберитесь. И Тейлор, не прячься. Я все еще жду твою фотографию. И да, Макс, я вижу, как ты притворяешься, будто не видишь меня. Ублюдок. Я должна рассказать Дэвиду о Джефферсоне и проявочной. В этой брошюре точно должен быть номер Дэвида. Дэвид Мэтсон, да. 5-5-638-24-3. Впервые, Дэвид. Я надеюсь, что ты отреагируешь на это так же остро, как и на все остальное. И остановишь Джефферсона. Хотел, чтобы я участвовала в конкурсе, мразь. В самом начале, прикинь. Так вот, может, я и полечу в Сан-Франциско. А ты, Джефферсон, будешь гнить в тюрьме. Прошлое внутри прошлого. Может, я слишком сильно себя извожу? Не важно, что будет со мной. Я должна спасти Хлою. Привет, Кейт. О, привет, Макс. Кейт, послушай меня. Итак, слушаю. Пожалуйста, помни, что ты не одна. Что бы ни случилось, я всегда тебя поддержу. Как и многие другие здесь. Нам не плевать. Мы хотим помочь. Просто знай это. Макс, у меня прямо камень с души упал впервые за эту неделю. Я даже не знаю, что сказать. Не страшно. Я тоже. Может, мы просто обнимемся? Закрученный сюжет, очень закрученный. Спасибо. Ты всегда знаешь, как помочь человеку. О, Рэйчел. Прости. Мистер Джефферсон, нужно поговорить. Видишь, я разговариваю с мистером Джефферсоном? Да, вижу. Но лучше не стоит. А с чего это вдруг? Подожди, Виктория. Ты в порядке, Макс? Буду в порядке, когда Виктория поймет, что прятаться по ту сторону экрана, выкладывая видео других людей, это очень жестоко и низко. Ты вполне умная, чтобы понимать, как легко можно обидеть человека. Даже разрушить его жизнь. Просто представь себя на их месте. Ты ведь умеешь принимать верные решения. Я знаю, что у тебя доброе сердце. Ведь я сама в этом убедилась. Слушай, я не... Не оправдывайся.
Ты должна быть увереннее, Виктория, ведь у тебя и правда есть талант. Разве не лучше подбадривать всех своими работами, а не унижать? Ты могла бы вдохновлять людей. Так, я не понимаю, о чем ты. Ведь так, мистер Джефферсон? Думаю, мне не стоит вмешиваться в ваше дело. Ну тогда хватит с меня разговоров. Да все в порядке. Это было немного странно, Макс. Что ты имела в виду? Я хотела бы отдать свою фотографию для конкурса Герой Дня. О, это было просто. Нет. Поверьте, вовсе не просто. Но я, я не могу судить заранее, но я очень рад, что ты все-таки решилась. Для меня это многое значит. И для Блэквелла. Первый шаг для любого художника – это показать миру себя, ничего не боясь. Показать свою невинность. Или вину. Что ж, спасибо за фотографию. Может, уже в эту пятницу мы с тобой полетим в Сан-Франциско. А может быть, полетит только один из нас. Не надо скромничать, Макс. За неделю многое может случиться. Вы непременно об этом узнаете, мистер Джефферсон. Так же осталось. Так же осталось. Опа, поменялось, смотри. Опа, поменялось, смотри. Интересно. Воу! Так, с тобой все хорошо, Макс. Ты в безопасности. На самолете. Надеюсь, в этот раз я поступила правильно. Нихера себе, смотри, как поменялось все. Я же говорил, он не антагонист. Дэвид не антагонист был. Наоборот. Кейт, Макс, ты крутая, я так горжусь своей суперзвездой. Начало такой карьеры. Ох, ты жива. Получилось. Я все исправила. Надо же. Я не видела сосисочу уже целую вечность. Мы с Хлоей раньше все время смотрели его по телеку и играли в видеоигры. Когда еще были невинны. Наш телефон должен быть отключен до самой посадки. Начало конца для Джефферсона и Прескотова. Должна признать, мне приятно, когда меня называют художником. Мы почти в Сан-Франциско. Я так взволнована, но в то же время рада. Так странно находиться меж реальностей. Mm-hmm. Все вне фокуса и на расстоянии. По горизонтали 6 букв C. Пожалуйста, пристегните ремни безопасности и уберите любые электронные приборы, пока самолет не приземлится. Спасибо.
Мы начинаем снижение через несколько минут. Сан-Франциско – замечательный день. На улице ясное небо и 16 градусов выше нуля. Надеемся, вам понравился наш полет и благодарим вас за то, что выбрали Pacific West Air. Летайте с нами в любое время. Вот уж сомневаюсь. Надеюсь, сиденья в самолетах станет еще меньше, так что мне больше не придется летать. Как вам спалось? Надеюсь, я храпел не слишком громко, Макс. Ну, чуть-чуть. Эта неделя была не из легких. Надеюсь, ты простишь меня. Ситуация с Джефферсоном и Прескоттами была напряженной, мягко говоря. Я вас прекрасно понимаю, ректор Уэллс. Умеешь ты убедить перестать конючить. Мы гордимся тем, что ты представляешь Блэквелл на конкурсе Героя Дня. Знаю, я не совсем тот человек, которого ты хотел бы видеть рядом. Но все мы хотим, чтобы ты получила здесь ценный опыт. Я уже получила, а мы даже не приземлились. О, трэш. Просто закрученный сюжет, максимально закрученный, это вообще жесть. Боже, опять кровь из носа. Макс, пора бы тебе перестать шутить со временем. Сан-Франциско просто потрясен. А эта галерея такая огромная. Вот и буфет. Если на мероприятии поскупились на еде, знай, это плохое мероприятие. Главное, чтобы меня не заставили есть икру. Это твой день, Макс. Делай все, что пожелаешь. Надеюсь, ты воспользуешься статусом и поговоришь со столькими влиятельными людьми, со сколькими возможно. Налаживай связи. Ну, не знаю. Ощущение, будто я ребенок, который пытается походить на взрослого. Макс... После этой недели ты явно перестанешь быть ребенком. В действительности, ты заслуживаешь внимания, взрослый человек, уважаемый сверстниками. Начни вести себя как фотограф, ты ведь об этом мечтала? Черт, а я вот с детства мечтал стать директором крупной школы. Поэтому я начал со старосты класса. Поспрашивай моих бедных одноклассников, если не веришь. Пойду-ка я перекушу той икрой, раз уж ты не хочешь. Заодно поболтаю с парой художников. Сама понимаешь, я не всегда смогу быть рядом, но сейчас, если понадобится совет, спрашивай. Перестань, Макс. После всего пережитого эта выставка самая безобидная, что могло с тобой случиться. Да уж, ну пошли пообщаемся. Ух ты, Макс. А вот и я вместе с другими победителями. Хотя лучше сказать художниками. Так приятно читать все эти комментарии. Даже негативные. Извините, а вы не из Академии Блэквелл? Я хотела там учиться, но меня не взяли. Говорят, там такая классная программа. Уверена, очень интересно. Извините, а вы не из Академии Блэквелл? Я хотела там учиться, но меня не взяли. Говорят, там такая классная программа. Уверена, очень интересно. С
Взгляни на эту фотографию. Какая глубина резкости. Какие цвета. Гляди. Какие размытые очертания. Я слышал, что Марк Джефферсон должен был быть здесь. Больше не будет. Это был шок. К тому же у меня есть одна из его монографий. Книгу придержитесь. Работа не в моем вкусе, но Мион смотрится отлично. О, черт. Внимание, Павос. Вы Макс Колфилд. Поздравляю вас с победой. Я критик искусства из журнала Iris In, и мы бы хотели написать о вас в статье про будущих законодателей моды. Я передам вам подробности на этой неделе, если вы согласны. И снова поздравляю вас. Спасибо. И сколько они платят за аренду помещения? Обычно такие конкурсы, они вгоняют меня. От этого я чувствую себя угнетенным, будто я снова вернулся в школу. Эй, мне нравится ваш снимок. Я просто хотела передать поздравления. Я каждый раз вдохновляюсь, когда прихожу сюда. Плохая экспозиция, а вот и значок. Плохая Макс Колфилд, рамка. Герой дня. Боже, ты должно быть герой дня из Блэквелла. Меня зовут Лорен Фрэнсис. Я член департамента школ художественного искусства в Детройте. Я бы хотела поговорить с вами о поступлении в аспирантуру весной. Только не говорите об этом ректору Уэллсу. Пока. Интересно, смогу ли я купить фотографии героев дня? Извините, я не знаю вашего имени. Я видел вашу фотографию в брошюре. Просто хотел сказать, что она классная. Спасибо. Прошу прощения, вы Макс Колфилд, верно? Да. Это я. Извините за беспокойство, меня зовут Даниэль, я из газеты. Я готовлю статью о выставке, и ваша работа мне очень приглянулась. Я понимаю, что в целом жанр ироничного селфи изжил себя, но в вашей работе есть что-то неподвластное времени, поэтому мне бы хотелось взять у вас интервью, если это возможно. А, вот моя визитка. Очень рад был пообщаться, Макс. Взаимно, Дэнни. Простите, я просто хотела сказать, что мне очень нравится ваша фотография. Я сегодня видела много работ, но в вашей есть что-то яркое и отзывчивое. Не могу дождаться вашей выставки. Спасибо. Ну, должен признать, это самая лучшая выставка «Герой дня» со времен основания. Все работы столь злободневные. Браво! Да, мне действительно не понять искусство. Молодой и дерзкий. Он будет вспоминать те дни всю оставшуюся жизнь в тюрьме. Вот и славно. Знаю, довольно скромно, но я ловлю мотив. Правда? Кто фотограф? О, эй, ты та самая выигравшая конкурс с автопортретом. Или ты называешь это селфи? В любом случае, я восхищен тем, как ты извратилась, чтобы поместить все свои фотографии в фокус. А, очень умно. Спасибо. Полагаю, стоит начать привыкать к деликатесам, которые я не хочу есть. Ну что, нравится быть знаменитым фотографом? Я пока себя так не чувствую. Каждое путешествие начинается с первого шага. Я всего лишь бюрократ в Блэквилле, не творец. Но на сегодня ты заставил нас гордиться после отличного отзыва о твоей работе. После того, что случилось в Блэквилле, у меня ощущение, будто это не взаправда. Тем больше причин отпраздновать твой успех. Наверное, я виню себя за то, что веселюсь здесь. Оставь это мне. Мне стоило отнестись серьезнее, Кейт Марш, ее ужасной ситуации. Она сильная, и я рад, что она выбралась из этого ада. Не стоило мне давать Нейтану столько воли. Нужно было приструнить его. Марк Джефферсон очень хорошо скрывал следы. Он провел всех нас. Меня особенно. Как тебе должно быть известно, я питаю слабость к престижу. А ведь у него была довольно хорошая репутация. Никто не думал, что он такой
больной. Я не мог поверить своим глазам, когда увидел эти отвратительные фотографии. Ах, бедные девушки. Но хоть сейчас он сидит за решеткой вместе с Нейтаном. На Шона Прескотта тоже заведено серьезное следствие за годы коррупции. В Аркадия Бэй деньги и слава могут защищать лишь до поры до времени. Ирония в том, что Шон Прескотт и правда не знал, каким Джефферсон был на самом деле. А ведь это он привел его в Блэквилл. Хотелось бы думать, что все дело в карме. Семья Прескоттов это заслужила. Хотелось бы верить, что пришло время перемен. Надеюсь, что теперь все будет хорошо. И я тоже очень надеюсь на это, ректор Уэллс. Как я уже сказал, ты теперь взрослая, Макс. Зови меня Рэй. Ну, по крайней мере, на этом событии. Что ж, прошу прощения, буфет зовет меня обратно. Глядя на шампанское, я вспоминаю, как мы с Хлоей когда-то пролили вина на ковер. Извини, Макс. Я должен позвонить жене и сказать, что соблюдаю диету и... Сколько же это стоит? А вот и она. Пришла спасать положение. Привет. Ты сделала это, Макс. Ты настоящий художник. По крайней мере, сегодня. Эй, вы в порядке? Мы вас на секунду потеряли. Я в порядке. Просто давление. Это из-за перелета. Ты забыла включить звук, идиотка. Ну же, прошу, ответь. Нет. Хлоя, где ты? Мне пиздец, как страшно. Я в пляже. Машина Хлоя, застряла. Слышишь меня? Алло. Алло. Боже мой. Торнадо оказался правдой. Ох, нихера я не исправила. Хлоя умрет. Аркадий Бэй будет разрушен. Должен же быть способ это остановить. Должен. Твоя фотография. Да, мне действительно не понять искусство. Полагаю, каждая собака сейчас фотограф. Прошу прощения, я хотел бы задать пару вопросов по вашей работе. Извините, но... Небольшую поправку, чтобы не оказаться в Сан-Франциско. Небольшую. Прости, Сан-Франциско. Но Хлоя важнее. Да. Все вернулось. Ёпта. Все вернулось, смотри.
опять? Боже, нет! Я снова здесь! Мне ведь казалось, что я все исправила! Что ты сказала, Макс? Что? Джефферсон должен быть в тюрьме, а не здесь! Господи, мы как будто снова на моем уроке. Ты все еще витаешь в облаках. Было бы забавно сейчас сделать твое фирменное селфи, чтобы увидеть разницу между старой Макс и новой. Проехали. Ответь на мой вопрос, пожалуйста. Пошел нахуй. Хороший ответ. Хороший. Эй, у тебя кровь из носа пошла. Наверное, дал тебе слишком большую дозу. Прошу прощения, Макс. Но учитывая, что ты все равно умрешь, кровь из носа — это мелочь. Но мне пришлось отпустить Викторию Чейз. Ты ее... Не будь тупицей, хорошо? Она получила то, что заслужила. Нет. О, как будто тебе не наплевать. Твои зрачки. Это расширение будто затвор. Ты словно фотографируешь меня. Как жаль, что свой дар ты просрала. Ты могла бы выиграть конкурс, но ты уничтожила свою прекрасную фотографию. Как глупо. Прости, я сжег все твои вещички. Немного увлекся. Блять, он сжег мой дневник. Я всегда вот верил, почему я еще здесь. Особенно после того, как ты превратилась из ботана в героя за неделю. С тобой творится нечто странное. Ого! Видела, что творится снаружи? Как я и сказал. Нечто странное. А вот и страх в глазах. О, Макс, работать с тобой на последних фотосессиях было честью для меня. Надеюсь, фотографии найдут свое признание за их истинное содержание. За потерю невинности. По крайней мере, это последняя лекция, которую ты от меня услышишь. Я обещаю тебе, никакой больше крови из носа. Мистер Джефферсон. Прошу, не делайте этого. Вы не понимаете. Тихо. Тихо, Макс. Пожалуйста, не надо. Обещаю, последнюю дозу даже не почувствуешь. Что? О, Дэвид. Нет, Дэвид, нет! Господи! Обещаю тебе, никакой больше крови из носа. Стойте, подождите. Можно... Можете исполнить мое последнее желание? Ах, ты меня уговорила, Макс. Как я могу отказать такой мордашке? А вас не затруднит включить музыку, чтобы я немного расслабилась? Ты осталась мечтательницей до конца, Макс. Отличная черта характера.
стоять, что? Ну уж нет, Джефферсон. Стоять, что? Извините, но у меня в горле пересохло. Пожалуйста, можно мне воды? Ну, разумеется. Не хочу причинять тебе неудобств. Сейчас, какой же правильный вариант ответа? Вариант ответа? Какой же правильный вариант? Обещаю, последнюю дозу даже не почувствуешь. Что? Я обещаю... Свет? Не могли бы вы выключить свет? Из-за него я щурюсь и плохо выгляжу на фотографиях. Теперь ты размышляешь как настоящий фотограф. Плохой свет не должен быть твоим последним воспоминанием. Сфоткать? Я обещ... Сфоткать, блядь? Можете? Меня... сфотографировать последний раз. Я хочу быть вашей лучшей моделью. Мне даже не верится. Но ты наконец чему-то научилась. Обещаю, последнюю дозу даже не почувствуешь. Что? Дэвид, берегись! Может, ты уже заткнешься там? Ты узнала? Хватай камеру рядом! Без пистолета. Ты никто. Джефферсон, все кончено. Тебе меня не остановить. Тебе меня не остановить. У него там пистолет! Джефферсон, все кончено. Тебе меня не остановить. О боже, Макс! Ты в порядке? Ты как? Двигаться можешь? Да. Бэт Дэвид все-таки хорош персонаж. Не благодари меня. Это ты меня сюда привела. Да, это таки... Сперва оформим этого выродка. Хороший персонаж. Он никуда не уйдет, когда проснется. Он будет гнить в тюрьме вечно. А может, еще хуже. Мистер Джефферсон, теперь ваш черед быть заснятым в момент отчаяния. Нужно спасти Хлою.
Он все сжег. Вместе со всеми моими фотографиями. Уоррен! Да, я могу использовать тот снимок, который он сделал. Черт, нет сигнала. Спасибо, мистер Джефферсон. Но вам это уже не нужно. Это, блядь, что за место такое? Все это дорогущее оборудование для этого пиздеца. Меня тошнит от одного лишь взгляда на него. Осуждаем, осуждаем. О, хотела бы я сжечь все эти фото. Больно видеть себя такой. Боже правый. Это же... Черт, Джефферсон все спалил. Последнее фото осталось у Уоррена. О, это браслет Виктории. Думаю, Джефферсон хотел с помощью него подставить браслет Нейтана. Наверняка об этом знали. Дэвид, ты в порядке? Ужасное место. Словно в аду. Джефферсон собирался убить меня. Так же, как и Викторию Чейз. О, нет. Я всегда знал, что сукин сын нечист. А я поняла это слишком поздно. И как ты могла подозревать своего учителя? Он не был настоящим учителем. Ему просто хотелось читать лекции. Это была часть его больного плана. Я не удивился, когда ты сказала, что Нейт накачал Кейт наркотиками. Я и его подозревал. Макс, я никогда себя не прощу за то, что случилось с Кейт. Ощущение, будто бы это я ее столкнул с крыши. Не вини себя. Нейтан и Джефферсон довели ее до такого поступка. Я проворонил момент, когда можно было остановить Нейтана. Я знал, что Прескотт опасен. Джефферсон уже это сделал. У них были какие-то странные отношения, как у отца с сыном. Но Нейтан убил Рэйчел, и Джефферсон просто стал использовать его. Этот урод проворачивал все свое дерьмо у меня на глазах. Я бы мог остановить его и мелкого Прескотта, если бы просто разул глаза. Нет. Нужно было сказать ректору, что у Нейтана был пистолет, и он чуть им не воспользовался. Я подвергла школу опасности. Мы все совершаем то, о чем жалеем. Но я признаюсь, что я горжусь тобой и Хлоей. И ваше расследование. У меня была гора техники, а у вас интуиция. Этому Хлоя научилась у тебя. За все это время она научилась только ненавидеть меня. И, думаю, ты в курсе. Я поднимал на нее руку. Я знаю, тебе жаль. Оправдывать свое поведение даже не буду пытаться. Я лишь пытался быть хорошим солдатом, но у меня ничего не вышло. Я и хорошим отцом хотел быть тоже, но Джойс выпнула меня, и я остался ни с чем. Я искренне извиняюсь за это. Я не хотела, чтобы так вышло. Не следовало мне устанавливать видеокамеры. Ну или хранить документы. Я скажу Джойс, что ошибалась насчет тебя. Она очень тебя любит. Это трудно не заметить. Не хочется использовать армию как отговорку, но все-таки... Трудно возвращаться домой после войны. Большинство не знает об этом. Ну или плевать. Но Джойс не такая. Она дала мне надежду на новую жизнь. И ты спас мою. Хлоя, она бы тобой гордилась. Я лишь хочу защитить Хлою с матерью. Я пообещал Джойс, что буду ходить к семейному консультанту. Начну с извинений перед Хлоей. Отцом она меня называть не начнет, но... Может, перестанет называть мудоотчимом? Кстати, где Хлоя? Дэвид, она была весьма подавлена, так что она пошла медитировать, а я в это время оказалась здесь.
Так что с ней все хорошо. Слава богу. Впервые я рад, что Хлою долбит. Дэвид, мне нужно выйти на улицу подышать. И еще позвонить. Конечно. Иди, Макс. Ты стойкий солдат. Я рад, что ты и Хлоя лучшие подруги. Теперь ступай. Ты достаточно насмотрелась. Ну что ж, препод. Посмотрим, какими ты уликами засрал этот компьютер. Я могла бы сказать Давиду правду. Он заслуживает этого. Давай. Трэш. Я и понятия не имел, какой он ёбнутый. Джефферс. О, ясно. И как? Он не... Я... Не... Это тур... Не... Мы все с... Это... А... И... Я... И ты... Ель... Расскажем правду. Дэвид, Хлоя, она умерла. Невозможно. Быть не может. Боже, нет. Только не Хлоя. Макс, а ты точно уверена? Ты ведь... Да, я видела ее. Я видела, как Джефферсон убил ее на свалке. Этой ночью. Прошлой ночью? Это когда я жалел себя в номере отеля? Я обещал Джойс, что буду защищать их с Хлоей. Как я теперь буду смотреть ей в глаза, объясняя, что... Я ведь даже не сказал Хлое, что... Что... Черт возьми! Ты убил ребенка моей жены, мерзотный уебок! Ты отнял у меня пачерицу! Дэвид, стой! Макс, ты прости. Прости, что ты это увидела. Кровь. Что я наделал? Я тратил время на это расследование, пока... Хлоя, прости меня. Джойс, я подвел тебя. Всю семью. Никого ты не подвел. Ты старался как мог. Макс, тебе следует выйти за дверь. Ты достаточно насмотрелась в этой комнате. Дэвид, спасибо тебе, что спас меня. Можно исправить обратно? Почему я не могу? Все это дорогущее оборудование для этого пиздеца. Держись, Дэвид. Я все исправлю. Блин, говорю правду.
Не стоит ему этого знать. Джефферс. Я. Ай. И... Макс. Я просто боюсь, что в будущем на нем это отразится. Ну, он, да, что как-то, ну, плохо будет, не очень хочется. Поэтому не будем говорить ему правду. А правда? И ты... Я лишь... Привет. Ну что ж, препод. Посмотрим, какими ты уликами засрал этот компьютер. Джефферсон сгниет в тюрьме. Но Хлоя мертва. Будь проклят. Но ненадолго, да. Вчерашнее фото с парковки. Ну да. А зачем оно тебе? Оно же не очень хорошо вышло. Да, и оно мне очень нужно. Ты где? Я в двух китах. Тут живется куча народу, и все сбежались сюда из этого Армагеддона. Все жду, когда океан станет красным. Скоро буду там. Ну уж нет, это безумие. На улице нереально находиться. Серьезно, Макс, оставайся там, где ты сейчас. Вряд ли Торнадо собирается утихать. И мне страшно. Ничего. Но я еще не закончила, Уоррен. Давай, держись. Да, мы с тобой это пройдем в следующей серии. Да, так, для серии. Спасибо за просмотр. Только серия была, в принципе, все. Увидимся в следующей серии. Давайте.